Роберт переезжает? Не знаю, что он делает. Похоже, он слинял отсюда, и никто не знает, куда. Похоже на теплую встречу. Какой-то гринго увел его женщину. А при чем здесь я? Виски. Держи, дружище. Я ищу работу. Слышал, что в Эль-Диаболе нужны люди. На побережье полно работы. И всюду так принимают? Да. Привет. Привет. Держи. Спасибо. Дел. Какого черта ей здесь надо? Ты хочешь работать в Эль-Диабло? Я приехал сюда не любоваться красотами природы. Тогда это твой босс, Келена. Она хозяйка Эль-Диабло? Она там всем заправляет. Ради этих денег ты вкалывал неделю, Хьюго. Мне они достались гораздо легче. Зачем ты играешь? Не пили. Мне еще и от жены достанется. Так тебе и надо. В следующий раз отнеси деньги домой. Отдай жене. И пришли ее играть со мной. А что мне сейчас делать? Ты получил урок. Ты всех норовишь обчистить. Кто спрашивает? Поклонник. Поклонник? В нашем городе я тебя раньше не видела. Что ты здесь делаешь? Ищу работу. В таком случае ты ошибся. Мне говорили совсем другое. Последний раз в этом городе была работа, когда босс сдал его в аренду киношникам. Они много чего понастроили, тут даже отель. Но они остались без денег раньше, чем все закончили. И теперь постройки ветшают. А что скажешь про рудник? Там-то всегда нужны люди. Тебя вышибли из бизнеса? Ты хозяйка шахты, верно? Почему? 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 Мне нужна работа. Что ты умеешь? Не могу позволить себе быть привередливым. В карты играешь? Только по-крупному. Выиграешь, получишь работу. А если ты выиграешь? Будешь работать без денег. Во что играем? В покер. Ты не против? Согласен. Знаешь, в Эль-Диабло не приезжают искать работу. А зачем сюда приезжают? Здесь прячутся от закона. Или самих себя. Или несчастной любви. А ты от чего? От чего ты прячешься? Ты все знаешь, почему бы тебе самой не ответить? С законом у тебя все в порядке, а то ты бы озирался по сторонам. И, по-моему, ты слишком толковый парень, чтобы рисковать. Нет, я думаю, дело в женщине. Из-за одной женщины ты приехал сюда, а другая заставит тебя пожалеть о приезде в Эль-Диабло.
Готов? Раз, два, три. Вы меня напугали. Особенно ты. Привет. Привет. Знаете, Хэллоуин. Ни за что бы не догадался. Вы Иден? Кастильо? Кастильо. Да. Мистер Барр велел отдать это вам. Спасибо. Чип, подержи, пожалуйста. С праздником вас. Извините. А где мистер Барр? К сожалению, я не знаю. Спокойной ночи. Да, всего доброго. Что это? Не знаю, давай сядем на диван и откроем. Ты сам хочешь открыть? Да. Хорошо. Иди сюда. Садись рядом со мной. Вот так. Маленькая принцесса. Ну что, готовы? Надо же. Роберт? Надеюсь, я не опоздал. Опоздал? Я думала, ты уехал. Я попытался, но не смог. Меня тянет к тебе. Все в прошлом, Роберт. Между нами все кончено. Я не знал, смогу ли жить с этим, но ты права. Все кончено. Почти. Это тебе. Пожалуйста. Спасибо. Они красивые. Тебе нельзя здесь оставаться. Ты права. Я ухожу. Круз, он не должен тебя увидеть, когда вернется домой. Еще один цветок, Иден. Роберт, ты ранен. Меня убили. Нет, Роберт, нет, я помогу тебе. Помогу, все будет хорошо. Ты прекрасна. Я полюбил тебя с первого взгляда. Роберт, нет. 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 Одно. Одно. Сдающий берет две. Открываемся. Ладно. Смотри. Ну, как насчет работы? Не помню уж, когда в последний раз проигрывала мужчине. Ты пожалеешь об этом, как только увидишь рудник. Нет, никогда ни о чем не жалею. Я запомню эти слова. Для начала 200 в неделю. Договариваться с тобой одно удовольствие. Это я тоже запомню. Куда мне заехать за тобой утром? Наверное, сюда. Где ты собираешься ночевать? Вообще-то я думал провести ночь под звездами. Ты рисковый парень. Здесь есть пантеры и скорпионы. Тебе здорово повезет, если ты проснешься. Ну, я постараюсь выжить. Я знаю одно местечко. Его построили киношники. Не дворец, но там лучше, чем под открытым небом. Звучит заманчиво. И я тебя отвезу. Где-то здесь должны быть свечи. Я предупреждала тебя. Это не дворец. Ну,
Меня устраивает. А мне кажется, что ты из тех, кому подавай только самое лучшее. А что ты предлагаешь? Те, кто работает на меня, работают много. Я на многих работал, но больше всего на себя. Тебе приходилось добывать золото? Нужны рекомендации? Надеюсь, у тебя не будет проблем с властями. Ты можешь подчиняться женщине? Скоро узнаем, не так ли? Завтра. Я даже не знаю, как тебя зовут. Можешь звать меня Ченсом. Ченс. Спокойной ночи, Ченс.